41. Gada 9. tamūza, 4. jūlē, pirms 76 gadiem, sākas Latvijas ebreju katastrofa. No vairāk nekā 93 tūkstošiem Latvijas ebreju tika nogalināti 70 tūkstoši bērni, sievietes, vīrieši, simgali. Vēl 25 tūkstoši ebreju tika ievesti no Rietuma Eiropas un iznicināti uz šīs zemes. Katru gadu mēs atzīmējam šo neaizmirstamo dienu. I'm a survivor of the Liepāja ghetto of Riga Kaiserwald, Stutthof, and I was liberated when I was 13 years old. I come from Latvia and I come back to Latvia every year since 1990 with a few exceptions. I would like to congratulate Rabbi Barkahan for perpetuating through his work what transpired in Latvia, the tragedy that befell the Jewish people in Latvia. Мне было 17 лет, когда мы за несколько дней до вступления фашистов в Ригу сумели благодаря моей маме Анна Леопольдовна Маркушевич выбраться просто чудом из города. Уже где-то мы видели падающие бомбы, падающие самолеты. И таким образом я жива перед вами. А теперь я живу в городе, где синими камушками в Германии, в Эссене, где синими камушками показаны путь и написано, что столько-то евреев из города Эссена были направлены не на камушках, а в других местах, были направлены в Ригу в лагеря уничтожения. Что самое страшное в этой катастрофе? Не только 6 миллионов погибших евреев, не только 100 тысяч евреев, которые погибли на территории Латвии. Страшно было то, что за какие-то месяцы, а иногда и дни, произошла ломка сознания жителей тех городов, где происходил Холокост, и бывшие соседи убивали других людей только за то, что они были евреями. От имени председателя Совета Европейского Центра Толерантности я хочу выразить соболезнования и сочувствие всем вам. И хочу закончить свое краткое выступление девизом Совета Европы, который был создан на обломках нацизма после разгрома нацизма во Второй мировой войне. Never again, никогда больше. Мне очень больно и трудно вспомнить те года. Я родился и вырос здесь, в Риге. В 41 году, 30 ноября, в первой акции были расстреляны мой отец, мать, четыре брата,
сестра. Я чудом остался жив, благодаря добрых людей, которые, можно сказать, жертвовали свою жизнь. Сейчас меня забросило в Россию. Я живу в России. Но каждый год я приезжаю сюда, в Ригу, чтобы отдать дань своим родным евреев, которые погибли здесь, в Риге, своих родственников. В ушах у меня еще звенит этот крик, стон, стрельба, кровь. Я сам трис дал тавс, он вен но там сваригам узнашенс дисциплинам ир аридзан шиз дивс лец, ценим год. Un vēsture neapšaubām ir svarīgs, palīgs. Tikai vēsturē ir uzmanīgi, ir jāpievērš uzmanība interpretācijām, jo tur ir divas koncepcijas. Pirmais, kas mūs šķir, otrais, kas mūs vieno. Un arī dzen tās ir stratēģijas, lai veidotu pasaules vēsturi. Neapšaubām, ka mēs katrs esam vēsturu sastāvdaļa. Un iziet no savu potenciālu, mēs arī zin, vēsturē svarīgos brīžos pieņemam lēmumus. Un tad ir lēmumi, ko darīt, atkārtot Žaņa Lipkas varoņu darbu vai pierakstīties ārāju komandā. My middle name Hinda was named after my great-grandmother that was murdered here with her husband and two of her four children, just because they were Jews. Martin Niemöller, a Protestant pastor that was publicly outspoken against Hitler and spent 7 years in a concentration camp, wrote, "First, they came for the communist, and I did not speak out because I was not a communist. Then they came for the Jews, and I did not speak out because I was not a Jew. Then they came for the socialist, and I did not speak out because I was not a socialist. Then they came for the Catholics, and I did not speak out because I was not a Catholic. Then they came for me, and there was nobody left to speak for me. Never forget, the power is in your hands. Thank you." Бабушка и дедушка выжили, им повезло, их семьям повезло гораздо меньше. Не осталось ни родителей, ни братьев, ни сестер, никого. Но благодаря им я здесь. И уже есть четвертое поколение. Есть моя дочка Шейна, которую назвали в честь ее прабабушки, которая не выжила. Never again. Es gribu, lai ar katru gadu šeit būtu vairāk un vairāk cilvēku, lai mēs visu zinātu savu vēsturi un iedot Dievs neatkārtotu ne mūžu. Shomer Yisrael, Shomer Sherit Sochen Bamramin
Leketayamin venomar